Всем привет, с вами Нильфгорн. И сегодня у меня в каком-то роде праздник, потому что на моем канале 5000 подписчиков. И я хотел в этом видео сказать огромнейшее спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео. Огромнейшее спасибо, что они вам нравятся. Огромнейшее спасибо, что вы мне помогаете, поддерживаете меня. В каких-то моментах даже подсказываете. Особенно спасибо тем, кто подсказывает, потому что я не стопроцентный, так сказать, знаток всех игр, и мне приятно разбираться вместе с вами, потому что когда ребята адекватные отвечают адекватно на вопросы, это реально круто. Круто, что игры объединяют людей, и круто, что это объединяет на моем канале. Круто, что вам нравится то, что я снимаю. Круто, что вам нравится игры, которые я снимаю. Именно вот жанр песочницы, кубические игры и тому подобное. Даже какие-то такие экшены, которые или, ну, что-то в этом роде. MMORPG. Почему я нахожусь в Троф и как бы рассказываю об этом в Троф, в игре Троф? Хотя проектов у меня много сейчас идет. Потому что все-таки основной сейчас это именно Троф. И, как видите, вот здесь вот я построил такую елку своеобразную к Новому году. Плюс эта серия будет относиться к Новому году, конечно. Я еще отдельно сниму. Поздравлю, наверное, всех с Новым годом. И вот буквально осталось там сколько? 10 дней, по-моему, где-то так. Даже уже меньше. А нет, вроде бы 10 дней, да. До Нового года, то есть скоро Новый год. Это еще одно событие, которое связано, так сказать, вот с 5000. Было бы круто, конечно, когда если бы 5000 было прям к Новому году. Но все равно это уже еще круче, что оно еще раньше было. Огромнейшая еще радость есть, что вот сообщество, клубное сообщество в игре Троф у меня сейчас, мой клуб стоит уже сегодня, собственно говоря, было 500 человек. То есть тоже еще одно событие. И вот, как бы с пятеркой многое связано, да, как-то. И 2015 год следующий будет. То есть вот эта серия как-то с пятеркой очень много связано. Конечно, 5000 подписчиков очень, ну, пришло не только благодаря мне и многим людям, с которыми я снимал это. И Тиранит, и его веселый характер. Ему огромнейшее спасибо, что он меня поддержал и решил со мной так снимать, так сказать. Ну, потом также моему знакомому мистеру Овалу Сережкину, который снимает со мной некоторые игры. Очень огромнейшее спасибо, потому что они реально делают какой-то колорит, добавляют колорит моему каналу и делают его намного интересней. Я надеюсь, что в будущем и в дальнейшем я буду также стараться и благодаря вам буду совершенствовать свой канал, свои обзоры, летсплеи, гайды, которые я пытаюсь писать, но не очень хорошо получается все равно. Также буду стараться модернизировать свои видео и как-то более их делать более красочней, более интересней. Я надеюсь, вот, как сказать, мой впечатлительный характер, он наоборот добавляет какую-то изюминку вот всем видео, потому что смотря на, так сказать, на видео огромнейших летсплейщиков, у которых 1-2 миллиона подписчиков, честно говоря, такое мнение у меня складывается, лично у меня складывается, что у них все это искусственно, что ли, как-то все эти эмоции, ну, как будто они выдавливают из себя их. Ну, возможно, я ошибаюсь. И я надеюсь, что как бы у меня вот это вот чувство любви к играм, именно любви, потому что я обожаю игры, я люблю играть, я люблю квесты, я люблю RPG, стратегию, экшен, и гонки, вообще в любые стили. Я могу играть во все, что угодно, к сожалению, ну, как бы я не все могу и не все успеваю проходить. В большинстве случаев это зависит от времени. Ну и иногда даже по финансам не позволительно что-то приобрести. Ну, все сразу, по крайней мере. Какие планы на будущее? Вообще, вот как бы сейчас, вот именно вот под этой серией, как бы я еще участвую в ЗБТ игры Терра на, ну, в России, то есть русской Терры. И в нее я в ближайшее время начну играть, но ОБТ, конечно, продолжу.
Если кому интересно, я могу оставить и добавить, на каком сервере я буду играть, свой ник. В принципе, можете добавляться ко мне в друзья, можно будет и даже вместе побегать. Ну, если вам захочется. Но это на будущее. Также, конечно, обязательно будет Майнкрафт. Обязательно будет продолжаться тров. Обязательно будут появляться новые песочницы, потому что они есть, они скоро выйдут и будут обзоры. И интересные, и шибко понравившиеся мне, я буду в них играть. Также я буду делать обзоры и летсплей на необычные игры, то есть не на большие игрушки, а на всячески интересные. Но вообще это как бы... Я буду продолжать снимать, мне, по крайней мере, это все нравится. Мне нравятся игры и нравится снимать. Конечно, может быть, не идеально всегда получается, но все же... И еще раз я хотел бы сказать огромнейшее спасибо всем подписчикам, потому что реально вы как бы даете толчок к тому, что снимать, к тому, чтобы модернизировать свои видео, делать более грамотные заставки, обдумывать, как лучше снимать и все в этом роде. Вы постоянно даете вот этот вот движок. Особенно мне нравится, когда человек пишет: «О, там Павел, мне очень нравятся твои видео, там продолжаешь, респект и уважуха». То есть он не подлизывается ничего, а просто ему понравилось, и вот его чувство, как бы, он решил передать мне. И это вот это вообще цепляет, потому что у меня тоже такое бывает, когда я смотрю, допустим, чьи-то летсплеи или обзоры, или что-нибудь в этом роде, и вот так прям воодушевляешься его, ну, видео этого человека, и вот и я ощущаю, что я тоже это даю, и вот это прям... Прям вообще круто, аж мурашки по коже, что вот у меня так это получается. Может, не для всех, но вот я надеюсь, что к 10 тысячам у меня уже будет как можно больше это получаться. То есть, все-таки, как бы я стараюсь модернизироваться. Плюс, конечно, в некоторых моментах я нетерпелив и не выдерживаю. Но и, как бы сказать, не все люди адекватные, так сказать. То есть, я... Не про себя, а те, которые мне пишут, им иногда приходится, так сказать, с некоторыми в невежливой форме разговаривать. Но это неизбежно. И еще раз, и еще раз, и еще раз спасибо, спасибо, спасибо. Всех с наступающим Новым годом. 5000 подписчиков, это поистине круто. 5000 человек смотрят мой канал. Может быть, не все, конечно. Но все равно, хотя бы одно видео каждый человек да посмотрел, это же... Блин, это круто. Это поистине круто. Присоединяйтесь к моему клубу Нильгард в игре Тров. Это прям, если вы играете в эту игру, это поистине круто. Крутая игра, в которой вы можете составить компанию, сделать компанию, участвовать в моей компании, играть с друзьями одиночно, выбивать ресурсы, строить, драться с боссами, все что угодно. Но, к сожалению, пока между собой нельзя драться, но я надеюсь, это все появится. Подписывайтесь на мой канал, хотя вы и так подписаны. И вот именно вам я еще раз говорю спасибо и буду говорить всегда спасибо за каждого подписчика, потому что каждый подписчик, я ему всегда говорю спасибо, потому что его что-то зацепило. Это так, блин, приятно. Ну, меня сейчас эмоции прям расширяют. Советуйте друзьям, если вам слишком очень нравится, потому что это тоже круто, если чем больше о моем канале узнают, тем интереснее будет снимать, делать видео больше и больше и больше. Потому что сейчас я готов хоть по 10 серий каких-нибудь выкладывать в день, снимать. Но я понимаю, что этот масштаб выкладывания видео, ну как бы, он не будет успевать просматриваться тем количеством людей, которые сейчас его смотрят. Поэтому идут какие-то небольшие проекты, потихонечку, тихим сапом. Но, надеюсь, все будет больше и больше и больше. Также в новом году я хотел бы сделать, конечно, наконец-таки группу на ВКонтакте свою, в котором будут обязательно конкурсы, обязательно будут разыгрываться определенные игры. Также будут конкурсы на игру с подписчиками, то есть мне часто это просят, и как бы надо это сделать, потому что, ну, все-таки, хоть и вот в троф вы, в принципе, можете со мной поиграть, то есть когда я качаюсь или там хожу по данжам, в принципе, можно меня найти, просто я не,
когда ухожу, не говорю об этом. Но все все равно сводится к одному, что в принципе все делается это ради вас, и вам за это спасибо. С вами был Нильс Горн. Увидимся в следующей серии любого видео по любой игре, которая у меня есть на канале. Всем всего хорошего!